Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам рассказать, что такое имя, какое было первое имя Бога и какое имя открыл нам Иисус Христос. Так он говорил, что я теперь открыл людям твое имя. Имя – это не просто набор звуков для определения человека, а имя – это набор качеств. Имя – это качество. Например, меня зовут Ярослав. Это качество. Я яркий и славный, или славящий солнце, или его. Владимир – владеющий миром. Это не просто набор звуков, а конкретный смысл, он есть в каждом толковом словаре имен. И поэтому в Библии не стоит искать конкретное имя Бога. Имя – это качество, и все качества, которые Бог нам открывает, это есть его имя. Первое имя было Аум. А означало Бог, У – творение, а М – единство. И Аум не просто слог, а означает, а это первое качество Бога. Бог единый со своим творением. И дальше пошли уже другие имена. Христос нам открыл качество Бога, то есть имя. Отец Небесный. Также он еще открыл любовь, имя, качество. Имя и качество, я повторяю, это одно и то же. И открыл нам то, что Он Спаситель, так как Бог был в Нем, в Христе, и Христос был Спасителем, значит, Бог еще и наш Спаситель. Но самое главное имя, Он говорит, да светится имя Твое, Отец наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, то есть да светится имя Отец, самое главное Его имя, Небесный Отец, Отец всей жизни, также я знаю имена дающий и сущий, то есть первый и нерушимый, истинный, настоящий. Из тысячи человек правду знает один, а остальные пользуются нормой. Желаю вам всем знать правду и только правду. Хотите знать, как я узнал первое качество или имя Бога? Это я узнал от детей и от древних индейцев. На всех языках Бог звучит по-разному. А первые звуки детей всегда одинаковые. Не звучат как у А. А у древних индейцев У означало скрытый потенциал, а А открытый. Если расширить эти понятия, получается, что А это Бог, а У это творение. И все дети на всех языках кричат слово УА. Значит, если подойти с этой позиции, они кричат У творению, взывают А к целому. И так как они пришли из космоса, дети, из А, а космос, по сути, это Бог, и они кричат «У», значит, Бог
Бога звать Ау. Ау. И тут я вспомнил про легендарный священный слог Ау. И имя Бога соединилось. Аем означает связь. И получается первое качество как раз Бога. А Творец создал ум творение. И М они едины. И я пришел к выводу, то, что первое имя или качество Бога было Ау. И дети его знают и кричат Уа. Я У взываю ко своему творцу.